В медучреждение при Иртыше поступили 300 кислородных концентраторов. Приборы были куплены попечительским советом общественного фонда «Жена Павлодар». На приобретение этих аппаратов было выделено более 100 миллионов тенге. Заехавший на территорию склада «Большой груз» помог с облегчением вздохнуть всем тем, кто встречал заветные аппараты. Как только кузов был открыт, присутствующие принялись стремительно его разгружать. 300 аппаратов распределили между 16 медицинскими учреждениями при Иртышье. Наименование товара согласовано с представителями управления здравоохранения, пояснил Илья Теренченко. Сразу мы распределяем все по больницам, не теряем ни одной минуты для того, чтобы сразу были доставлены. Это основная цель. Везде проставляем штампы для того, чтобы не перепродавалось. Все было открыто, прозрачно. Решение приобрести товар принадлежит попечительскому совету общественного фонда «Жена Павлодар». Закуп произведен за счет средств представителей малого, среднего и крупного бизнеса, неправительственных организаций и членов партии «Нур Отан». Приобретение товара обошлось в 103 миллиона 125 тысяч тенге. Поставщиком является ТО «Булашак International Development». Среди тех, кто получил кислородную поддержку, представители Майской районной больницы. Они поделились мыслями о том, насколько эта помощь важна для них. Наша Майская районная больница получила 5 кислородных концентраторов. Выражаем огромную благодарность предпринимателям Павлодарской области касаемо вот общественного фонда «Жена Павлодар». Получение этих кислородных концентраторов для нас – это огромная большая помощь. Поступило 73 пациентов с пневмонией, из них пролечено 53 пациентов. Отметим, кислородные концентраторы были доставлены в Павлодар в течение 12 рабочих дней. Ринат Абдулкаюмов, Айгерим Бузанбаева, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.